раскрыто отверстие в крыше, чтобы расслабленный слово услышал, чтобы увидел Христа впереди, и прозвучало бы «Встань и ходи!» Сводом бетонным заделали мы, наша гордыня, наши умы, входы к источнику жизни и света, неодолимо препятствие это. Но потружусь неоглядно и стойко, но проберусь через своды надстройки, чтобы увидеть Христа впереди, чтобы услышать мне «Встань и ходи!»